прямо на зеленый, а этот человек оттуда пришел сюда. Машина тянула красный. Хотели туда. Он сюда пытался, наверное, да? Ну, он говорит, что понесло. Возможно, что понесло. Ничего не посыпано. Ага. Видите, ни перекресток не посыпан, ни песком, ничем. Меня занесло, и все. Я ехал под зеленую стрелку. Сразу же аварии на таком участке, на коротком, одна, вторая. Из-за чего это? Погодных условий. То есть не вовремя убирают дорогу, не чистят, не посыпают? Из-за этого? Да, предварительно не обработано предварительными материалами, да, что привело к образованию снежного наката. Сейчас подъезд, дорожная служба, будет составляться совместный акт предварительных решений дорожного движения. Внимательный, ввиду неблагоприятных погодных условий, да, и соблюдайте скоростной режим. Аккуратней, естественно, на дороге.